друзья, еще один отель на первой линии в Алании. Это Oz Injectum Hotel. Отель категории 5 звезд. И прямо сейчас, как обычно, отправляемся на территорию, смотреть номера, территорию и, конечно же, пляж. Но еще пока он не открыт, ну и пока неизвестно, как откроется, потому что, сами понимаете, Турцию сейчас прикрыли, но тем не менее отель вот-вот должен был запуститься, и в общем-то все уже готово к приему туристов. Внизу сразу попадаем в спа. Здесь есть такой бассейн открытый, тепленький, как вы видите, сауна, хамам, фитнес-клуб. Территория состоит из таких вот блоков различных. Сейчас посмотрим с вами стандартные номера, семейные. Здесь как раз можно посмотреть территорию. Вот мы уже почти вышли. Здесь есть вот такой главный ресторан отеля. Бассейн. Большая горка. Снэк-бар, ресторан. Пляж здесь тоже, видимо, такой своеобразный, да, потому что, видите, вокруг скалы, горы. Мы сейчас с вами как раз подходим. Позади нас корпуса находятся, и сейчас мы уже спускаемся уже к пляжу отеля. Здесь территория, на самом деле, очень большая. Пляж, кстати, песчаный, как неожиданно, да, хотя вокруг, кажется, скалы. То здесь пляж песчаный, и все в этом плане хорошо. Единственное, смотрите, как расположены шезлонги. Здесь вот есть такой, скажем, обрыв. Да, поэтому может быть не очень удобно, но вот здесь, пожалуйста, есть шезлонги прямо у пляжа. Песок, песчаный вход полностью. Правда, не такая большая территория для такого большого отеля, наверное, здесь будет очень много народу. Ну а так, в целом, зато вход, и как многие любят песок, пожалуйста, здесь это присутствует. В общем, здесь прогуливаюсь по территории, я так понимаю, здесь есть вот эта часть пляжа, которую я вам сейчас показал. И еще, по-моему, здесь с другой стороны есть тоже часть пляжа. А сейчас как раз вам тоже иду показать его. Территория большая, все готовится, конечно, к открытию, но российских туристов пока сложно будет здесь ожидать. Да, и вот вторая часть пляжа, но здесь уже камни, скалы, и, наверное, здесь в большей степени загорать, чем купаться, да, потому что вход здесь уже не такой песчаный. Поэтому вот так вот здесь расположен пляж, позагорать места много, покупаться не очень много, но тем не менее есть. Ну и на территории есть бассейн, аквапарк, развлечения, все это есть. Ну и по дороге, конечно, мы встречаем в таком большом отеле амфитеатр есть для проведения всевозможных мероприятий, концертов, дискотек и так далее. И плавно переходим в Kids Club Ози. Здесь, кстати, замечу, есть хотя бы небольшое на дерево, что создает тень. И здесь у нас есть детская площадка, небольшая, но она есть. Плюс есть внутри мастер-классы проведения и все такое. Ну и мы снова выходим к корпусам. Стандартный номер. Заходим, здесь душевая, большая кровать, плюс одноместная и балкончик. Вот здесь такой выход во двор, вид на сад. Небольшое как бы размещение, в целом достойное, хорошее, интересное, все чисто, зелено и песчаный вход. Все, что любят в Алании наши туристы. Кстати, цены на этот отель вы можете посмотреть прямо сейчас. Переходите ниже под видео, там стоит ссылочка, и можете посмотреть, сколько стоит данный отель от всех туроператоров. Цены самые лучшие. Идем дальше. Это семейный номер. Так, заходим в ту же ванну. Здесь, в принципе, все то же самое, как в обычном номере, но единственное, есть вот такая дополнительная комната,
похоже, должен быть какой-то балкончик, да? И здесь вот так две кровати стоят, и есть свой выход. Пять человек можно тоже на балкон. Тоже вот такой балкончик, совсем низенький, через который можно даже вот так вот перешагнуть и погулять по территории. Ну, может, так делать и не надо, но, тем не менее, я так сделал. В общем, такие номера здесь, скажем, таунхаусы такие, домики, корпуса, и здесь уже можно, соответственно, размещаться, гулять. Думаю, как вы поняли, что вот все проживания здесь, каких-то здесь глобальных территорий нет, виды везде в основном на сад, и море особо отсюда-то и не видно из номеров. Может быть, только если на верхних этажах с боковым видом. Ну и все, вся основная история происходит у пляжа, у бассейна, то есть вся основная, скажем, зона такого активного отдыха находится там. Здесь, в общем-то, просто размещение, отдых спокойный, сон и так далее.